Эпизод 19. Друзья и враги. Нужно быть просторожнее. Турнир на приз Суперкубка почти завершен. И в последней гонке Черный Призрак набрал много очков. Ты права. Тони Паркер вдруг стал конкурентоспособным. Но стиль у него не изменился, и ему не зазорно играть нечестно. Все остальные команды обновили режим турбо. Теперь вы его видели в действии. Может, и нам стоит? Хорошие новости. Мы тоже обновили турборежим до второго уровня? Я бы сказал, мы сделали кое-что более революционное, Сандра. Турбо второго уровня вчерашний день. Позвольте представить вам Дрейкерс турбо третьего уровня. Замечательно! Поздравляю! Ваша команда, наверное, не знает отдыха. Утром увидишь его в действии. Рейзер оснастили Турбо 3, а Вентура ездит пока на Турбо 2. Рейзер неуловим. Вот именно. Проведем еще несколько испытаний, но я настроен оптимистично. Он изменит ход гонки. Ваши машины ездят быстрее, чем можно вообразить. Дядя Джон, а когда мы сможем применить Турбо 3? Протестируем их на важных соревнованиях. Он заставит Черного Призрака увидеть хвост Дрейкерс. Кстати, Сандра, где наш чемпион? Я дала ему время, чтобы восстановиться после аварии. Сомневаюсь, что журналисты отстанут от него. Этот любовный треугольник во всех газетах. Можно поговорить с ним, мэм? Ему нужны покой и тишина. Но, тетушка Рассана, расскажите нам хоть что-нибудь. Он бросил спорт? Это правда, что у него разбито сердце? Он приходит в себя после серьезной аварии, но вскоре вернется к гонкам еще более решительным, чем прежде. А теперь уходите, или я вызову полицию. Журналисты хуже назойливых мух. Они выполняют свою работу, а мне нужно приступать к своей. Только так я смогу выбросить Нину из головы. А ты ей об этом сказал? Что? Зачем? Я ей безразличен. Мне меньше всего хочется столкнуться с ней лицом к лицу. Все кончено. Она не была честна с тобой или с самой собой? Она ясно дала понять, ее не интересую ни я, ни Эрик. Нужно это принять и справиться, иначе я сойду с ума. Ничто так не расслабляет, как мытье машин, особенно таких, как Hello или Janus, имеющих свой характер. В демо-зал! Привет, Крис. Привет, Фабри. Надеюсь, вы сегодня в настроении понежиться. Как греческие атлеты перед состязаниями. Спорим, что Лали и Кабир не балуют так свои машины. Покажем им небольшое шоу. Давай, разгоняйся, братец. Следующая гонка за приз Суперкубка пройдет в нашем родном городе. Фанаты надеются на нас. Одно дело прийти вторым или третьим где-то, но дома следует пошевеливаться и завоевать первое место. Эй, Фабри, как там у тебя дела? У нас тут мятеж. Ваши машины шепнули нашим, что вы своим делаете массаж. Это типа рикошета, когда владеешь машинами, которые умеют общаться друг с другом. А под массажем они имели в виду, что мы их полируем каждый день. Нам бы пригодилась ваша помощь. Каким именно воском вы их натираете? В гараже много всякого. Я посмотрю и скажу тебе. Вели своим привередам немного потерпеть. Не знаю. Дружить с соперниками. Странно, да? Но Кабир везде заводит друзей. А его сестра заводит друзей. У меня нет времени на дружбу. Я хочу завоевать Суперкубок. Только это и важно. Приветствую всех фанатов! Добро пожаловать на трек «Сердце джунглей». Наши гонщики из молодежной формулы состязаются за Суперкубок Индии. Команда «Ураган» занимает второе место. Таинственный Зак стартует в одном ряду с Бравой Морелли в квалификационном раунде. Кем бы он ни был, он станет звездой. Так она тебе не интересна?
Рада об этом слышать, а то все газеты трубят о вашем романе. И в чем было дело? Ни в чем. Я не виноват, что журналисты придумывают истории, чтобы поднимать тиражи. Но тебя видели, когда ты скандалил с красной яростью из-за этой женщины. По телевизору показывали. Это абсолютная ерунда. Но если тебе нужна правда, мое сердце принадлежит другой женщине. Какой женщине, Эрик? Я не могу выдавать ее имени, но она свое место знает. Фактически, она сейчас находится рядом со мной. Хотелось бы в это верить. А это кто такая? Меня зовут Хельга. Я мама Эда Митчелла. От моего бедного сыночка нет никаких вестей. А, этот гонщик. А что? Что с ним случилось? Погодите, я хочу сделать эксклюзивное интервью. Мы говорим с матерью Эда Митчелла. Как вы слышали, он исчез несколько дней назад, и никто не знает, где он. Похоже, что сегодня у Марго в программе неожиданные гости. Посмотрим, что она скажет. Сначала я подумала, что Эд поехал к своему отцу в Лос-Анджелес, но мне сказали, что это не так. А потом я получила это загадочное письмо. Мисс Митчелл, расскажите зрителям о содержании того письма. Мама, не бойся, у меня все хорошо. Я сейчас ищу свой путь. Когда я найду то, что ищу, я расскажу об этом всему миру. Очень непонятное письмо, мэм. Он говорит, что что-то ищет. Не знаете, что? Есть у меня идея. Когда в последний раз мы говорили, он рассказывал о поле X-Cor. А что ему о нем известно? Немного. Но думаю, он присоединился к братьям Ривера. Мистер Готан, как вы? Черт побери! Пусть кто-нибудь уберет эту женщину из эфира. Отличная гонка, джентльмены. Прекрасно. Первые и третьи места. Что может быть лучше этого? Вы слышали признание матери Эда? Что же случилось с Эдом Митчеллом? Странно, что Эд исчез прямо как Боб с Люком. Если мы потеряли след братьев Ривера, это потому, что они пытались сбежать. Однако история Эда Митчелла не кажется мне правдивой. Согласна. Это очень подозрительно. Марго, приглядывай за его мамашей и выясни, кто за этим стоит. Я устал сидеть в этой дыре. Еще пару деньков, дорогой, будь терпелив. Пусть эта история получит огласку. Но я тут свихнусь. Это какой-то сарай. Посмотри сама, тут даже Wi-Fi нет. Мама! Не переживай. Я проверяю твои странички. Не поверишь, сколько лайков ты собрал. Ты теперь в почете. И не заметишь, как снова станешь звездой. Думаешь, обо мне напишут книгу? Твои гонорары станут заоблачными. Предоставь все мне, и я сделаю тебя главным гонщиком команды. Не вини себя, Стэн. Хоть твое квалификационное время не идеальное, уверен, во время гонки ты выложишься. Можете рассчитывать на меня, обещаю. Я так и сделаю, Стэн. Ты лучший. А вот ты мой другой чемпион. С твоей машиной все в порядке? Джентльмены, ваши моторы работают мощнее с Turbo 2, так что тренируйтесь день и ночь. Как я и говорила, не думайте, что Зак тут из-за гонок. А из-за чего? Точно, не знаю. Если кто-то настолько недоверчив к вам с самого начала, то ничего хорошего не жди. Все хорошо, Стэн? Да, Невальда. Послушай, командная работа спасает человека от угасания, а также она ведет его к победе. Подумай сам. Что ж, фанаты, внушительная толпа собралась сегодня на гонке «Сердце джунглей». Кто же займет верхний пьедестал в гонке за суперкубок Индии? Крис Браво, Зак или Фабри? Лали Кабир или Стэн Мерфи? Тони Паркер или Клифф Гиббон? Кто же из них станет X-гонщиком? И кто увезет домой бонус X-Cor? Активировать X-гонщика. Мы Дрейкерс. Контакты зажигания. Контакт установлен.
Поехали! Впереди Браво! Лали Сури пробирается мимо Морелли. Таинственный Зак из команды Ураган пытается выйти на третье место. Будь беспощадней, сестра. Пусть дружба не встанет на твоем пути. Прекрасный старт. Удерживайте позиции, понятно? Начинаем загружать Турбо 2. У домашних болельщиков останутся крутые воспоминания. Будьте осторожны. Вперед, Лали! Вперед, тигры! Машины въезжают на первый трек трассы «Сердце джунглей». Впереди немало внедорожных опасностей и замаскированных препятствий, не говоря уже о лабиринтах Дедала. Дрейкерс нас отсюда вытесняют. Выложитесь по полной. Да? А как насчет X-карты? Прояви терпение. Нужно придержать X-карту, пока она нам на самом деле не понадобится. Позорно будет проиграть в первом же раунде. Браво все еще лидирует, но Лали Сури фактически прилипла к его выхлопной трубе. Осторожно, крутой склон, сбавь скорость. Фабри приближается. Крис, тебя может нагнать Зак. Впереди длинный вытянутый участок. Послушай меня, это твой шанс. Рекомендую прибавить скорость. Берегись, Зак! Морелли серьезно настроен. Ого! Морелли только что обогнал Зака из команды «Ураган». Фанаты «Дрейкерс» обезумели на трибунах. Фабри, вперед! Давай, «Дрейкерс»! Пора, Тони. Приготовься использовать первую X-карту. Юн, пусть активирует немедленно. Давай, Тони. Ну что, давай поплаваем. Я не против освежить остальных гонщиков, Тони. Позвольте представить X-карту режим мощности «Черный призрак Турбо 2». Венокс что-то замышляет, Крис. Не знаю, как действовать. Паркер собрался окатить водой своих соперников. На следующем повороте он захочет обойти тебя. Значит, он придет первым. Но пока, неудачник Зак! Видимость снижена. Видимость снижена. Придерживайся курса, Зак! Не заваливайся! Зак соскальзывает с трассы! Одним барашком меньше — это прекрасно! Для Зака из команды «Ураган» эта гонка оказалась вводным фиаско. Проклятие! Слушай, Стэн, мы больше не можем себе позволить никакого скольжения. Ясно. Запомните, выигравший первый раунд получит бонус X-кор и совершенно новые X-карты. Тони Паркер сохраняет дистанцию с остальными машинами. Первые шестеро, кто пересечет финишную черту, будут допущены ко второму раунду в Суперкубке Индии. Детки, у нас не загружается Турбо 2. Погодите немного. Что сейчас? Они нам так нужны. Активируй X-карту, Кабир. X-карта Мега Спринт. Кабир Сури использовал X-карту и нагнал Морелли. Морелли сдерживает его. У него получилось! Кабир перегнал Морелли и свою сестру Лали. Эй, так нечестно, Кабир! Следуй твоему примеру. Какой триумф! Кабир Сури пронесся мимо своих соперников. Должно быть, он хочет победить ради домашних болельщиков. Вот что случается, если регулярно массировать машины. Полегче, Джанас. Сейчас наша очередь. Давай, Крис. X-карта неукротимая турбина. Хочешь играть по-грубому? Полегче, Тони, придерживайся плана. У Браво получилось! Он унесся далеко вперед от Тони Паркера из команды «Черный призрак». Но
Но самый ответственный момент сегодняшней гонки еще впереди. Каждый гонщик должен сам отыскать выход из безумного лабиринта. Тони, берегись, Кабир Сури позади тебя. Он идет на обгон. Тут немного места, но я обойду тебя. Черт, а с два, сосунок! Кабир Сури и Тони Паркер борются за второе место. Перегрев тормозов охладит твой пыл, придурок. Что ты творишь, Паркер? Уйди с дороги! Неверный ход Кабира Сури. К сожалению, это произошло в самом сердце лабиринта. Грязный трюк Паркера сработал, и теперь он хочет настичь Криса Браво. Браво не подпускает его, но этот лабиринт может быть обманчив. Одно неверное движение, и лидера отбросит назад. Да, мы давно ничего не слышали о Клиффе Гиббоне, но сейчас все изменилось. Он следует к яме, что для него означает конец гонки. Вперед, Крис! Дрейкерс, вперед! Вот он, Тони Паркер, и его поединок с Браво за первое место продолжается. Лабиринт, он шел хорошо. Давай, Крис. Вот так. Крис, ты совсем близко. Ну, фанаты, вот и финишная прямая. Тони Паркер пересекает ее первым, за ним Крис Браво и Кабир. Ура, Кабир! Кабир! Бонус X-Score достается команде «Черный призрак». И в новой гонке они также могут рассчитывать на новую X-карту. Ты самый бесчестный гонщик на свете. Ты лучше берегись, Кабир. Сейчас я доброжелательно настроен, но могу и нарушить свои привычки. Марго, ты была права. Мышка повелась на сыр. Сегодня весь день мне присылают письма спонсоры. Думаю, пора устроить тебе триумфальное возвращение. Деньги будут течь рекой. А что, если я скажу, что X-Core разговаривал со мной? Как думаешь, чересчур, да? Может, лучше будет сказать, я хочу рассказать вам о поле X-Core, но братья Ривера заставили меня поклясться молчать. Я заработаю состояние. Сомневаюсь. Марго Дюваль? Почему вы здесь? Дешевые замки — ничто для профессиональной журналистки. Что вам угодно? Мой сын вернулся только сегодня, а завтра мы созываем пресс-конференцию. Вот тогда и поговорим. А сейчас оставьте нас. Сомневаюсь, что кто-нибудь придет. У Билли есть дистанционный микрофон. Он записал каждое ваше слово. Отлично подходит для изобличения врунов. И вас обоих поймали. Я так и знал. Я так и знал, что этим все кончится. Ну, спасибо, мам. Из-за тебя рухнула моя телекарьера. Но тебе повезло, Эд. В твоей команде не нужна дурная слава. И я пришла предложить тебе безопасный выход. Раскрыта тайна исчезновения гонщика молодежной формулы Эда Митчелла. Были опасения, что, как и Боб с Люком Ривера, Эд отправился на поиски мистического поля X-Core, но выяснилось, что он лишь преследовал давнюю мечту. Эд Митчелл теперь фигурист. Ему лишь осталось принять участие в грядущем международном ревью.
Посмотрите, в какой он форме. Давайте все вместе пожелаем ему удачи и не забывайте следовать своей мечте. С вами была Марго Дюваль. Он мечтал стать фигуристом? Да, и выглядит он неплохо. Интересно, Боб с Люком нашли то самое поле X-Core? Мы давно о них ничего не слышали. Ты прав, с тех пор, как мы обнаружили запись. Увидим ли мы их снова? Вот она, это хижина. Пошли. Я давно вас ждал. Вы Воша? Меня так называют. Нам посоветовали навестить вас и сказали, что вы нам поможете. Я знаю, что вы ищете. Если это правда, тогда вы знаете, где находится поле X-Cor. Следуйте за мной, братья Ривера. Воша, вы нас проводите до самого поля? Да. Да, это они. Откуда эти фотографии? Кто-то прислал мне их на электронную почту. Ривера общаются с одним из фанатов Дрейкерс, который держит меня в курсе их местонахождения. Где были сделаны эти снимки? В джунглях Бразилии, рядом с Амазонкой. Рядом с полем X-Cor? Возможно. Хотелось бы разыскать их. Может, попробуем? Мы могли бы слетать в Бразилию. Замечательная идея. Мы не знаем точно, где именно Боб и Люк. А если им нужна помощь? Может, они в беде? Фабри, нам этого никак не узнать. А если мы выясним? Может, с ними можно как-то связаться?